Если вы решили заменить банки своего аккумулятора на новое, то их необходимо сбалансировать, чтобы они имели почти одинаковое напряжение, потому что по-другому они будут плохо заряжаться. Вот я заказал в интернете новые банки. Они идентичны тем, что были. Это Samsung ICR18650 26FM. Емкость их 2600, и они очень хорошие для этих целей. Итак, проверим напряжение, какое у них. Включаем тестер на замер напряжения до 20 вольт и проверяем. 3,86 на одной, на другой 3,86 одинаковые, на третьей 3,88, немножечко больше, чем у этих, 3,87, 3,88, 3,87. То есть разброс напряжений небольшой. Но для лучшей их работы их необходимо сбалансировать. Для этого я возьму старую перчатку, с которой вот обрежу пальцы. Вот такие полоски получаются. И резина очень хорошая, эластичная. Возьму толстый многожильный медный провод. И буду потихонечку их балансировать. Отрезаем кусок провода равной длине всей батареи. В количестве две штуки. Ставим все батареи одним полюсом вверх и вниз. И будем на каждую банку надевать резинку. Теперь осталось только взять провод и ставить его под резинку с одной и с другой стороны. Получилась такая сборка, и теперь соединяем минусовый провод одно целое. Вот все батареи соединены параллельно. Теперь можно проверить напряжение на всей батарее. Средняя 3,88. С одной и с другой стороны. Теперь осталось подождать, пока все батареи сбалансируются, и напряжение будет на них одинаковое. Прошел час, и можно посмотреть, что же с нашими балансировочными банками. 3,88. 3,88. 3,87. 3,87, 3,87, здесь будет 3,87, немножечко подсело. Ну, в принципе, это небольшой разброс, поэтому можно устанавливать все дело в аккумулятор. Пишите свои комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами, всем пока!